Привет всем любителям пошаговых стратегий. Вы видите и слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале... Угадайте, на каком? На канале Лёша Играет, и я продолжаю прохождение Sid Meier's Civilization 6 на последнем уровне сложности за Горга. В прикрепленном комментарии, кстати, есть ссылка на рейтинг цивилизации, где я про Грецию Горга рассказываю. И там же есть ссылка на первую серию. Если вы пропустили начало и случайно наткнулись на это видео, то лучше начать смотреть с самого начала. Там я еще и рассказываю, какой я челлендж, в общем-то, в этой партии делаю, чтобы было посложнее. Ну а спонсоры канала все серии делают сразу и, собственно, видят сразу, делают серии все сразу я, а видят все серии спонсоры. Большое спасибо им за поддержку и продолжаю, собственно, прохождение. Я, кстати, подумал, что надо бы нескольких военных инженеров сделать, а не одним просто вести железную дорогу, ну, среди прочего, конечно. Так, значит, у нас тут идут апостолы, причем я тут одним забыл к чуду подойти. А что, вот только вот так прям можно, да, теперь? А, ну потому что там дорога, да? Ладно, ну придется так, надо к чуду подойти. Эти 6 стало, было 3, а теперь стало 6. Так, ну начнем, в общем-то, с русского. Ну и вот так вот потихоньку вниз, то есть Новгород... Воспользуемся. Этот что у нас в других с утроенной, да? Значит, это вот ведем к Новгороду. Кстати, а будет ли в Канде это работать? Может, мне Канде сначала обратить? Давайте Канде попробуем. 6 последователей станет из 11. Нормально. А так тут сколько? 4. Да, пройду, возьму повышение. Тут плюс 20 к теологической баталии. О, снижает других на 75%. Вот это берем. Я не знаю, наверное, я, может, Канди пропущу. То есть мне важнее именно в других цивилизациях. Хотя я понимаю, что он тут будет, конечно, тогда меньше. Давайте сюда пока. И тут у нас взято плюс 20 крюги. Опять на 75 снижает влияние других религий. По-хорошему, надо... Вот религиозный агитатор сначала работает, потом работает... Блин, наверное, с Ура надо начать, раз мы тут рядом. А потом вот этот тройной силой, который... Где он тут вообще? Так, вот это на 75% снижает. Надо запомнить это тут сердечко. А вот это с утроенной силой, наоборот, распространяет. То есть это вот надо вкупе работать. Один приходит, снижает на 75% влияние всех религий, другой увеличивает. Так, а я в Спарте что, прошлым ходом не нанял апостолов? Фак. Это ошибочка, надо каждый ход это делать, ребят. У меня религии дофига, а делать мы можем, ну, то есть с такими прокачками двойными только в Спарте. Поэтому надо просто каждый ход... Ну вот фиг ли Инк вообще сюда юниты привел? Как они вообще тут оказались? Тут даже этих нету. Как его? Тоннелей. Поразительный компьютер действует. Так, что я тут открыл? По-моему, паровой двигатель, да? Блин, просвещение надо. 3 хода. Может, все-таки нанять. Колониализм открываем. Мне... Научная теория, канализация. Ладно, давайте пока электричество открывать. Эти два капера тоже надо бы сделать. Я, по-моему, открыл уже давным-давно меркантилизм, конечно же. То есть Васка Пацалька неплохо бы два капера сделать. Я просто все жду третьего великого человека, чтобы ускорить просвещение. И, соответственно, открытие просвещения ускорит научную теорию. Поэтому пока открываю разные другие штуки.
Так, тут у нас холмы, наверное, надо вырубать и рудник ставить. Так, а этот у нас тут обработает... Подожди, это 4-й радиус, походу. Для всех, причем городов, то есть... Даже для Каринфа будет 1, 2, 3, 4-й радиус. Поэтому здесь просто убираем медь. Типа деньги получим. Тут нету смысла шахту ставить. А железо у нас 0. Подожди, а на что у нас... Или у меня только один ресурс железа вообще в принципе? Блин, тогда мне железо все-таки надо обработать. Черт, я же хочу железную дорогу, дофига причем ее строить, а это каждый... Ну, с другой стороны, железо уже устаревший ресурс, я могу его просто у кого-нибудь купить. Так, раз, два, три, нет. Реально у меня одно железо только. Ну, просто жалко, тут будет извергаться вулкан, как бы... На самом деле, мне жалко это все улучшать, это просто... Не, давайте, наверное, не буду. Я просто какое-нибудь железо буду покупать. Ну, я могу торговать, на самом деле, только с Китаем и Японией, но я уверен, что у них это все есть. У Китая 2, у Японии 22. И они будут продавать, это несовременный какой-то рез. Блин, мне вот тут еще дорогу как-то провести. Так, мне еще этого аплуть надо. 3 селитры. Не знаю пока что с этими юнитами делать, на кого мне нападать. Кстати, я ж могу еще этих... Да, давайте я этих инквизиторов... Я уже уверен, что ко мне вряд ли кто придет что обращать. Зато эти инквизиторы могут быть как юниты поддержки для апостолов. Они же тоже нападать могут. Добивать в каких-то местах. Проверка. А, у нас минус пошел. Во-первых, оливки сейчас запрещены, так что мне только чисто черепахи давайте купим. Оливки сейчас не дают счастья. Блин, может мне у него и железо как раз заодно? А он все-таки железо не продает. Блин, да что, идти железо обрабатывать? Это, конечно, прикольно, что японец не продает железо. А китаец? Ну, китайцы их два всего. И китаец не продает. Охренеть. Это удивительно на самом деле. Так, вот тут можно на производство переключиться. И воскопоцалька, я подумываю, каперы строить. Но для каперов мне надо торговую республику. Давайте я торговую республику тогда открою. Потому что здесь карточка на плюс 100% к созданию морских юнитов. Обхожу вулкан стороной. Значит, не буду я здесь распространять. Давайте прямо к Уру пойдем. Так. Мало денег. Ну. Мне, ну, Вуанака отправлю тогда. Это ж я... А, блин, меня сейчас Вуанака заберут. Короче, там араб инка выносит. Причем у араба 831 сила, у инка 250. Ну и тут в три раза больше науки. Все естественно. Короче, я зря, наверное, даже туда отправил. С немцем я еще планирую воевать, так что давайте лучше сюда. В Сипар у меня, по-моему, ничего не бегает. Да, в Ур у меня бегает. Этих юнитов инку явно не хватает. Было бы здорово, чтобы инка вынесли вообще. Ну, что он тут мешается? Зря место на карте занимает. Давайте лошадь где-нибудь тут держать. Блин, мне вообще вот эту как-то клетку... А, вот эту давайте выкуплю точно.
У меня, но это я не могу, потому что тут четвертый радиус. Мне надо, чтобы эту клетку как-то города сами присоединили. Я ферму хотел. Тут мы просто стоим. Так, лакопан отваливается. Я там планировал какого-нибудь. Ну, блин, вообще он очень быстро отваливается. Уже минус 10. Ну, он реально далековато, видите? Черт. Ну, и мне даже негде... Негде ничего взять. Ну, просвещение, да? Просвещение откроем, потом пойду в национализм, возьму тут. Но это долго, мне кажется, сейчас толкопан вообще быстро отвалится. Давайте, наверное, апну в кирасиров. Это добавит немного... лояльности, потому что, ну, типа, современный юнит в городе находится. ГГшку захватили. Не я захватил. Так, вы стремитесь к власти над всем миром. Это я хочу. У тебя там вон город забирают. Ин говорит... Вы стремитесь власть над всем, над всем миром. Блин, у меня... Мокшу из Спарты убрали. Вот это плохо. Ну, две прокачки на апостолов, получается, перестали работать. Ну, на этих-то я еще сделаю, ладно. Так, значит, понеслась. Сначала этим апостолом. Смотрим, сколько тут религий всяких. Сейчас уйдет все религии, кроме моей. И их 6 стало. Так, слушайте, может, пока и не использовать тогда вот эту... С тройной силой, которая... Что-то сразу не видно апостолов других религий рядом, как только у меня появились апостолы плюс 20 к силе. Это у Шумера или у Вавилона своя религия? Нам Россия, Япония, у Вавилона. Значит, Шумер, по идее, не должен тут возражать особо. Блин, давайте все-таки в Канди с тройной силой обращу. Что по количеству городов? Ацтекская религия до сих пор есть в трех городах. Так, Вьетнам 34, православие 11, нет унынию 26. Вот, ну, мне тут, конечно, вот иудаизм, мне с этой стороны надо иудаизм и буддизм задавить, а с той стороны ислам. Вот с исламом будут большие проблемы. Тут, мне кажется, попроще будет. Арену сделали. Так, ну и что дальше? Мон-Сен-Мишель нет. Собор Святой Софии нет. Тадж-Махал нет. Фабрику тоже я не буду достраивать. Ладно, давайте... Может, какие-то проекты почитать. Там в центре коммерции я читаю. Я следующим ходом получу торговца. Кто тут из этих? Ученый. Тропический лес. Мгновенно создает фабрику и мастерскую. Фабрику плюс 2. А вот это интересно. Давайте почитаем на этого парня. Логистика промышленной зоны. Так, ну, у нас тут просто стоят бомбарды. Инквизиторы.
А, инквизиторы даже на чужую территорию не могут попасть. А. Черт, ну, кстати, плохо. Ну, ведь я там случайно в прошлом серии одного инквизитора лишнего купил. Ладно. Не могут попасть, хай стоят. Блин, Инк, дай пройти. Да, почему у Анака не взят до сих пор? Тут вообще как моя религия нормально влияет? И тут ислам сильнее влияет. Ну тут видите, ислам убирает синтоизм как раз, и я рад, что араб именно на него пошел. Так. Первая прокачка апостола. В два раза больше, 100 зол... Ну, давайте в два раза больше, оратор. И здесь... А вот с Ереваном мы бы не рандомно выбирали, а то, что нам надо реально. 100 золота, дополнительное лечение. Ну, ладно, 100 золота. Диверсии на производстве, время выполнения заданий. Находясь на родной территории. Ну вот зачем, зачем мне вот это, если я в другие его отправляю? Вот зачем мне вот эти прокачки? Блин, тоже тупой выбор, конечно. Тех ваших шпионов увеличивается уровень. Ну ладно, предположим. Так. Завершен акведук. Ой, рынок сломали. Так, теперь тут надо расти до 13, чтобы промышленную зону можно было построить. Здесь мастерская. Так, ну тут фабрику нужно. Фабрику и угольную тоже. Так, мокшу выкреп... Ну я, наверное, блин... Вот его не будет 3 хода, потом он 5 ходов будет возвращаться. Нет, 2 хода еще будет возвращаться. Черт. Просто думаю, надо ли мне... Ну, в принципе, вот эти апостолы, которые я взял с двумя прокачками, они крутые. Сейчас попробуем ими... Шороху надеюсь. Я надеюсь, что Шумера и... Вообще, мне надо брать все-таки апостолов. Даже без... Без мокши, потому что у меня много веры, а откладывать обращение нельзя. We shall not cease from exploration. And так, the end of all... поставлю плюс 100% к... к созданию морских юнитов. Вот эта скидка на улучшение уберем. Соседство промышленной зоны. Ладно, давайте плюс 4 вот это тоже уберем. Я вот еще думаю, мне все-таки поставить... У нас войны нету, поэтому... Блин, а где тут к силе религиозных юнитов? Что-то я... Вот, все религиозные юниты плюс 5 к силе. Наверное, вместо логистики поставлю, потому что все остальные, все остальное мне надо. Так, наняли, открыли просвещение. Кстати, давайте я посмотрю. 15 наук, я не собираюсь сейчас. А вот, блин, либерализм надо было, наверное, взять. Научную теорию продвинули и, собственно, открываем ее в экономику, идем. Селитровую шахту я все-таки не построю. Угольную шахту и броненосец. Так, а я могу броненосец, кстати, сделать. Давайте, наверное, броненосец сделаем. И вот тут, значит, мы научная теория, экономика. После чего
Наверное, все-таки переработка, потом стали варенье. Вот так. Да блин, что ну, shift не срабатывает? Так, 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 так. Потому что надо сначала нефть увидеть, где, чтобы арту. Апнем бомбарды во рту. Как раз к этому моменту у нас тут железная дорога уже будет проведена. Ну, вот так просто веду так и так железную дорогу. Угольная в Спарте. Могу военный... Ну, наверное, уже пора Акрополь строить, как вы думаете? О, плюс 4 здесь. А за что? За соседние районы плюс 3. За какие такие соседние районы у меня тут плюс 3? А, это просто... Это способность Акрополя сама по себе, да. Ну, наверное... Вот мне просто будет интересно... Слушайте, а Рурка где? Где я могу Рурку поставить? Ну, где-то вот здесь, на какой-то из этих клеток. Блин, ну я, конечно, Рурку хочу сильнее построить, чем Акрополь, поэтому давайте Рурку. Инвестиции в центр коммерции закончились, и получили мы великого торговца на джинсы. Надо, кстати, его заюзать сразу. Так, и с Китаем, и Японией, и... Блин, с Китаем и Японией я могу торговать, но, по-моему, нечем, да? Джинсы просто у нас висят в шкафу. О, забрали у Анага. Ну, короче, у Инка один город остался. Но он по лояльности не отваливается. Инк в темном веке. Ну, просто мы все вокруг в темном веке. Мне кажется, если я, вот я выйду, например, в героический, то там явно отвалится город. Ладно, стоим, просто лечимся. Так, здесь рабочего. Где я хочу дорогу провести? Давайте, может, из... Ну, вообще, конечно, из Каринфа можно было бы, но я хочу как-то вот так дорогу сделать, поэтому давайте из Шачикалька отправим. Посмотрим, как там будет эта дорога. Буду, наверное, лес вырубать. Нормально он производство дает, просто уголь присоединим. Так, поехали дальше. Города Шумера обращать. Урук. О, видите, тут не хватает. Тогда с тройной силой как раз сюда чувака. Потому что тут не надо несколько раз вот этого использовать. Этот использует только один раз в городе любой цивилизации. Так, в два раза больше может распространять религию. Но мне как-то надо вот и на Россию немножко лупануть. Поэтому, наверное, все-таки сюда иду. Вот это хреновые все прокачки на самом деле. Так. Три последователя. Давайте, наверное, миссионера атаковать. У нас же плюс 20 здесь, да? К религиозной силе. Блин, а что так? У меня плюс 20, кроме того, плюс 4, плюс 5 теократия, плюс 5 за религиозные ордена. И у меня все равно всего лишь на плюс 7 выше.
А, он в священном... Подожди, а где священ... Он рядом со священным местом, плюс 28, фак. Вот это я провтыкал. Надо было посмотреть сначала. Прикиньте, священное место плюс 28 к силе дает. Давайте деньги тырить. Давайте ускорение, наверное. Так, открыли просвещение. Ну, колониализм. Или все-таки национализм открывать? Что в колониализме что-то вообще прям крутое есть? Не, мне не нравится. Формальный повод я так и не нашел никому объявить войну. О, Рейна в Афинах. Значит, переключаемся на рост. Да, давайте, знаете что, я решил, что надо мне больше военных инженеров, так что я пока до военной академии еще военного инженера. Я, наверное, в Эфесе еще вот построю эту, еще военного инженера сделаю. А что я в Теночтитлане делал? По-моему, акведук, да, чтобы рост был. Давайте еще банк, наверное, тогда. Нам надо 13 вырасти, чтобы здесь промышленную зону ставить. Инвестиции в центр коммерции. Строителя. Не нужна воскопоцалька пища. В Кагуане тоже. Могу больше торговых путей. А, ну это я рынок достроил. Так что у меня где-то торговец этот есть. Канди там что-то выполнил. Для Канди. Вдохновение национализма нет. Естественная история. Это археологический музей надо. Ну, может быть в этом. Когда Акрополь построю. И обратить в веру Махенджидару. Чуть позже. Махенджидара пока не в той стороне, куда я иду. Кто мир заключил? Гильгамеш и Хамурапи. О, меня Россия осудила. Кстати, надо, блин, Вьетнам осудить. Забываю вот это. Видите, пропадает осуждение. Я забываю это делать. Малиналька, крупнейший город наших границ. Хорошо, что я туда Пенгалу пересадил. Плантация плюс пищу, научная теория. Урбанизацию ускорили. Ну, мы в нее и пойдем. Кстати, могу в пушке апнуть. Блин, уже две каравеллы. Не, давайте мы, наверное, полечимся пока. Здесь я достроится фабрика, я куплю угольную и буду каперы строить. Так, вот мне интересно, куда миссионер отсюда делся. Ну, вот миссионер, но я не думаю, что это тот. Хотя, так по дорогам мог он туда добежать. Ну-ка. Да не. Вряд ли. Ну, когда у вас раненый апостол, им лучше не распространять религию. А вот у нас какой-то чей-то апостол. Так. Сейчас мы его присанем. Да, еще один. Да, блин. Ладно, нормально. Отличненько. Так, и этого сюда подводим. Блин, понимаю, почему так медленно идет.
Их надо как-то залочить, чтобы они сбежать не могли. Потому что убийство чужих апостолов очень, ну, помогает. Так, зона контроля, зона контроля. Потом, если что, наших вернем, вылечим. Дорогу где-нибудь прокопаем. Так, я вот думал, тут или тут Акрополь. Наверное, сюда хочу Акрополь, поэтому приведу сюда рабочего вырубить лес. Продолжаем железную дорогу. Так, значит, из Шичикалька через Каринф в Вологду, в Новгород или в Соликамск. Давайте глянем, куда нам выгоднее. Наверное, в Новгород на производство. Так, вот теперь проектики я бы почитал. Опять промышленные. Так, по-моему, тут нет у нас промышленной зоны в Аргасе. У нас есть центр коммерции или исследовательские гранты. Наверное, исследовательские гранты. Чисто науку. Монумент, амбар. Так, промышленная зона. Плюс один, плюс один. Ну, тут я могу, наверное, нет. Ну, вот тут акведук, например, да, сюда тогда промышленную зону, предположим. А кампус... Плюс 2. А священное место тоже плюс 2. И, знаете, наверное, пока центр коммерции. Блин, а что я Мокшу не отправил? Фак. Блин, я думал проверить, что Мокшу уже... Что можно... И апостолов не купил. Короче, я как-то вообще... Вот чем мне не нравится религиозная победа, это слишком много микроконтроля просто должно быть. Ты столько всего должен делать параллельно. Так, Мокша в Спарту. Апостолов покупаем даже так. Дальше. Здесь этого убиваем. Видите, минус 250 к православию и плюс 250 к унынию. К нет унынию, извините. И тут то же самое. То есть тут просто вычистили православие, считайте. Намного круче, чем если бы это были... Так, вот этим идем, значит, уже к городам русского. В России уже казаки. Так, вот меня теперь интересует, могу ли я лечиться здесь? Рядом со священным местом своей религии. Ну, вот почему нет? Вот почему нет? Священное место твоей религии. То есть тут вот у нас нет унынию. Нет, только около своего священного места. Куда нам ближе? Сюда 4. Сюда 5. Значит, сюда пойдем. Оружейная. Есть еще военного инженера. Отлично, компьютеры добыли. Ну, тут, чтобы устоять этот скаут теперь бразильский вечно и не давать мне... Блин, хоть ты в Бразилии войну объявляй. Ну, так, блин, осудить. То на меня уже ко мне хорошо относится. А я не такой, я говно. Ко мне надо плохо.
если Бразилия ни с кем не в союзе. Угу. С Шумером в союзе. Зашибись. И стоят, как, каким, вот, вот эти тут стоят вдвоем, мешают мне пройти, и там вот этот скаут. Как он вообще тут оказался, я не понимаю. У меня не было открытых границ здесь никогда. Не давал я им открытые границы, потому что нельзя с ними торговать. Каким образом они оказались здесь? Это вообще поразительно. Стою, пускай сами меня, от меня убиваются. Красители обработать. Давайте сначала здесь шахту сделаем. Красители, да. Красители — это прикольно. Так, следующий район у нас 16 жителей, да? Ну, го-биржу. Воскопоцалька. Я покупаю угольную. И два капера строю. Что у нас стоят как раз... Я, что минус 4 стало? Стоит как раз карточка на это дело. Япония объявила войну Шотландии. А как у них 685, 148, 137? Ну, они равны приблизительно. Вавилон, конечно. Но он, скорее всего, в компьютерах просто. Это просто вот принял... Хотя, подождите, он открыл правительство? Нет, он не в компьютерах. Ну, а где он еще может быть? Два аэродрома построил? Тоже что-то у меня сомнение. Россия по культуре отстает, кстати, интересно. Интересно, почему? Оба убились об мой. Получил культуру. Среднее наводнение. Так, а это где вообще произошло? А, это в Германии. Всё, не узнал просто город, думаю, что за... Это у меня такое где-то. Ну, ты что мне делать с этим? Тут дорога, дорога, дорога. Видимо, еще так придется вести. Ну, прикол, просто прикол с этим. Аргас будет эту клетку присоединять сначала. Кстати, может мне ее тогда купить? Раз, два, еще вот эту купить. Ну, чисто для того, чтобы в четвертом радиусе клетка присоединялась, понимаете? Блин, еще тут клетки. А, фак, ну что такое? Почему так? Я просто надеюсь на то, что теперь Аргас в четвертом радиусе присоединит. Для этого мне надо вот это все так передать. И у него остается только вот эти две клетки присоединить теперь. Ну, следующим. Когда это будет, надо следующим ходом посмотреть, чтобы просто ушел отсюда этот скаут бразильский, я нормально дорогу пройду. Потому что мне на самом деле нужна дорога именно вот тут, а не здесь. Тут я проведу, ладно, так уж и быть. Так, а у Шумер уже не под моей случайной религией полностью, да. Кстати, ну то есть больше 50% городов. Получается. Теперь надо русского обращать.
Наверное, подожду, когда этим сработаю. Во, с утроенной силой распространяет. Отлично. А здесь в два раза больше. Опять покупаем апостола. Этих на лечение. Они нам нужны в дальнейшем для борьбы. Так, тут миссионер вылечен. Пошли в Франкфурт обратим. Поможем обратить. Контрразведки, спровоцировать беспорядки, подрыв плотины. Люблю подрывать плотины. Так, тут Лакопан все сильнее. Он уже, видите, не может даже... Ух ты, три хода осталось. Ну что, мне пересаживать туда Виктора? Черт. Плюс 0,6. Ну, в Аргосе сразу несчастье. Но зато лояльности дофига. Блин, кто-то у меня устырил денежку. Чё за дела? Чё? Всё как-то... А знаете почему? Потому что я со всеми обменивался информацией о столицах. Это как-то реально сложнее получается, что они все ко мне тут приходят и всякую фигню начинают делать. Так, вот теперь священочку ставим. Пора. Так, тут вырубаем под Акрополь, заодно ускоряем Рурку. Так, с утроенной силой в Соликамске. И... Или не буду закреплять. 32-24. Наверное, поехали в следующий город. Наверное, в Новгород надо бы... Так, а тут как какой-то город. Вообще надо было, конечно, обращать там, где у него священные места. Ну, Вологда обращена, например. Так, этот с утроенной силой, да? То есть эту надо в Россию куда-то везти. Впервые проходя мимо Чуда Света, этого к источнику вечной молодости. Или так, подожди. 5-4, ладно. Спасибо. И в два раза больше, но это просто куда-нибудь добивает религию потом. Так, этот... Проводит железную дорогу между Эфесом и Спартой. Блин, а Куска будут захватывать, интересно?
Ну, давайте религию, если погибнет. Я чудеса все никак не могу найти, чтобы Канди мне реликвию дала. Тырю деньги для того, что шанс выше и больше вероятность, что мы прокачаем нашего шпиона. Исследовательские гранты, торговец. Инженер. Не хочу никого из них за веру выкупать. Нам точно... Нам точно нужна вера, если мы хотим победить религии, то она нам нужна еще. Шачекалька, несчастье. А что мне тут на еду чисто? Давайте еда. Ну, то есть до 7 он вырос... Кампус на плюс 2 есть. Я, по-моему, так и хотел туда на плюс 2 поставить кампус. Священное место и так стоит. Центр коммерции. Ну, просто промышленная зона, ну, не знаю. Не хочу. Ладно, закончит молитву в священном месте, поставлю кампус. Где-то посла. О, давайте с Японией дружбу объявим. И союз. Так, посольство. Вот с этими я могу все что угодно делать. Так, только какой? Давайте, наверное, пока военный. Хотя... Ну, я ж не... ну, вообще я смогу туда отправлять караваны. Ладно, давайте экономически. Мне надо города его открыть. Ну, хоть чтобы я ему еще и заплатил за это. Ладно. Может, лучше был религиозный, правда. Так, там атакуют моих... моего апостола. Engineering is the art of directing the great sources of power. It is nationalism which engenders nations. Антикавалерийских меньше боевой мощи. Шпион еще можем сделать. Так, нефти у меня походу нету. Класс. Ну и как мне нападать на Ереван без нефти? Бандар Бриней. Самолеты идти. Так, Акрополь. Ну, видимо, какую-то из этих шахт придется заменить. Наверное, вот эту. Ну, тут меньше производства. Посмотрим, дадут ли мне очки за это. Так, Мокшу я прокачал. Не хочу я за веру там покупать ничего. Давайте Лян в Теночтитлан. Лян, Теночтитлан. Все города. Так, я понимаю, что мне надо в Германию хоть что-то, какую-то дорогу. Давайте вот так в Кёльн.
Это как здесь Швейцария такая. С железными дорогами в горах. А я опять в Спарте прошлым ходом не купил. Слушай, давайте это сразу делать в начале хода. Я как-то... все возможности профукиваю. Тяжелое поражение, что тоже плюс 20. А, это у меня не плюс 20, подождите. Давайте-ка... Ой, там сколько апостолов. Жопы. Так, меня сейчас, скорее всего, этого апостола завалят. Валим пока. Ладно, отремонтирую пока нефрит. И, возможно, даже железо сейчас присоединю, потому что нужно железную дорогу строить. Блин, очень не хотелось бы. Вот это, конечно, Россия столько апостолов клепает. Очень неудобно. Именно Россию в первую очередь обращать было, наверное. Ну, опять же, у него много апостолов с другой стороны. Как же я его так обращу? Станем, чтобы тут не появлялись. Так. Есть национализм. Пошли в урбанизацию, потом в мобилизацию. Две пушки. Нам надо, кстати, карточку, наверное, поставить на апгрейд юнитов и в пушки вот эти апнуть. Эти арбалеты. Ну и заодно их и в корпуса, в общем-то, превратить. Давайте, наверное, вместо... Так, и либерализм я хотел. Правда, вопрос вместо чего? Не хочется религиозный орден. Ладно, давайте не буду либерализм, блин. Я ж тут не на улет играю, а на религию. Это мне нельзя, чтобы убивали. Так, есть две пушки, выжженную землю. Ускорили. Чудо света, это я ускорю руркой. Союз второго уровня, национальный парк. Три мушкетера. Ну, это три мушкетера, это три линейных пехотинца на самом деле. Ну, кстати, я же могу создавать. Подождите, один у меня лезет линейный пехотинец, вот второй. И вот третий. Золота только не хватает. Следующим ходом будет. Окей. Так, тут каперов. Все каперы сделаны. Наверное... Мавзолей в Геликарнасе не построен. Вау. Конечно, строим. Ой, блин, а чё я сейчас... Я ж там лечиться должен был. Не заметил, что раненый. Как всегда. Как можно быть таким тупорылым, говорит мне шотландец и осуждает. Я рад. Может, ты еще войну мне объявишь? Хоть кто-нибудь в этой игре мне войну объявит? Хотя теперь с японцем-союзничком. Слушай, реально дают плюс 4 Акрополь, хотя... Ну, я считаю, это неправильно. Должны были дать плюс 4 вот за захват Кагуана, и это типа Акрополь. Сейчас обязательно придут в комменты
чуваки, которые скажут, ну ты же его не строил, ты захватил, ты получил районы, ну тогда игра, почему тогда игра дает озарение там и ускорение, когда там типа 70 районов надо при захвате города? Это же все равно Акрополем стало. Тогда не превращайте в Акрополь его, пускай это будет театральная площадь просто, и ничего не дает. Ну, согласитесь, странно. Так, этот с утроенной силой, да? Так, впервые проходя мимо чуда. Короче, у нас тут война с православием конкретно. Первая железная дорога, да? В мире. Слушай, а Япония не хочет мне опять все-таки железо продать? Да что такое? С каких пор железо вот сейчас важный рез в эту эпоху? Давайте к Вавилон тырить технологии. Или у меня тут сидит уже шпион. В мате. Не, подожди, этот сидит в Вавилоне, да. Может, вот сюда давайте. Подожди, тут 13, тут 12. Утроенной силой в Новгород пойду распространять. Стоим в два раза больше религию. Так. Да блин, когда во Франкфурте скажут нет унынию? Что такое? Так, не убили меня тут апостола, слава богу. Валим. Как лучше? Ну, там Фридрих пытается Канди... Зачем Фридриху Канди? Вот стопудово он сейчас ее пересоюзит тогда, когда я найду чудо. Это просто вот как гадалки не ходи, блин. Не. Хотя, может, в Мехико... Все-таки... Ладно, давайте Мехико. Всего два посла буквально. Так, ну и тут я собирался кампус строить. Так, подождите, сначала я хотел третьего вот этого сделать, пехотинца. Потому что я сейчас куплю клетку и пехотинца не сделаю. И ускорили стандартизацию. Молодец я. Дальше. Делаем тут корпус. Делаем тут корпус. Рыцари и пикинеры... Ну ладно, наверное, вот этим со вторым уровнем сделаю. Так, мобилизацию ускорили. Отлично, значит, после урбанизации идем в мобилизацию. И у нас 12 очков до героического. Толпа ликует, забит первый костыль.
О, Мокша вернулся в Спарту, слава богу. Надо использовать это. Обещал Инку отвести войска, и где я нарушил? Подожди, вот эти два юнита через горы, это считается нарушенное обещание, да? Я бы с удовольствием сам попытался Куска захватить, если бы был уверен, что я его удержу по лояльности. Но я не уверен, поэтому... Так, амфитеатр. Следующим ходом у нас Рурка строится, и потом еще... Ну, я думаю, что Геликарнас, раз никто не построил до сих пор, то я его явно построю. То есть сейчас Рурка мне 4 очка, по-моему, даст эпохи, а Геликарнас 3. The industrial heart of Germany practically stopped beating. 10 ходов осталось до конца эпохи. Авиацию продвинули и 4. Блин, за что-то еще, по-моему, дали, или только 4? Мне надо 7. За что-то еще дали? А, за, кстати, за первый армейский корпус еще дали. Слушайте, давайте я, наверное, не буду сейчас последний заряд использовать миссионера. Мне надо еще найти цивилизации, я так считаю. А миссионер отличный исследователь, потому что, блин, вот через Вьетнам неудачно будет идти. Пошли через верх, потому что не требует открытых границ. Да, господи. Не хочу этим нападать, чтобы он терял силу. Так, куда тут все апостолы делись? Русского. Не буду нападать с этим. Так, возвращаем на лечение. Вот у меня основные ударные силы, которые должны с апостолами всеми драться. Отправлю апостола гулять по пустыне. О, Петру строит только сейчас. Боже, какой дебильный. Так, Аргос. Два хода вот эту клетку он присоединит. Слава богу. Я, наверное, дорогу вот здесь проведу, чтобы, опять же, вулкан не разрушил. Великая хай будет. Здесь снижает на 75% влияние других религий. Тут дорогу прокладываем. Покупаем апостолов. Так, уже начинает религия подзаканчиваться, да?
Но и апостолы у меня не заканчиваются. Что все путем. Подрыв плотины. Давайте вероятность побега. Рурка закончила, я обещал Акрополь. Библиотека, универ. Центр коммерции, рынок. Китайская империя. Самарканд пытается... А я в Самарканд? Я, по-моему, в Мехико отправил, не в Самарканд, окей. 88. Не думаю, что он Самарканд захватит. Так, а что он тут делает вообще? А, к чуду природы идет. Так, смотрим, что тут русский будет апостолами делать вот этими. Не атаковал меня, окей. Лесопилка производства, артиллерия, Эйфелева башня. Сейчас я думаю, так давайте проверим, не вышел ли кто в ракетостроение. Мне надо идти в ракетостроение, чтобы просто карту открыть и понимать, как мне действовать. Кто там в какой религии. Наверное, авиация, блин, или стандартизацию. Фермы улучшаются, и пастбище производства начинают давать. А тут только авиация. Ну, с одной стороны, авиация — это единственный шанс у меня. Блин, или выйти вообще в компьютеры, чтобы... У меня, правда, тут... Ну, вообще тут хорошие клетки могут быть затоплены. Тут вот... 4 хороших клетки может быть затоплено. Так что давайте, наверное, в компьютеры выйдем. Следующим ходом, по идее, вот эта клетка должна присоединиться. Так, я бы здесь вот так железную дорогу провел. Где мне купить железо, блин? Так, с утроенной силой, да? О, я обратил священный город. Здесь царит нет уныния. Кайф. О, это, кстати, классно. Это плюс 4 очка, видите? Так, давайте тогда этим я обращу Бандар Брюней. Кстати, а Россия не считается вообще уже в моей религии? По-моему, большинство городов... Хотя нет, их 3 всего пока. Блин, Непур обратно начинает. Ладно, сначала надо, наверное, все-таки с русским было разобраться. Я вот так подумал, что мне сначала было с русским, а потом уже с шумером. Потому что русский имеет свою религию и своих апостолов. Тут просто дороги, видите, проведены. И как-то так удобнее сразу становится.
Так, Вологда, Новгород. Пошли, наверное, к Санкт-Петербургу. Или я могу вот этого убить миссионера, нет? Блин, никак не могу добраться до его просто юнитов, чтобы их атаковать. Как-то он так их ставит, что у меня просто не добегают туда. Я решил железную дорогу вести. О, стройной силой. Зашибись. Не забываем покупать. Так, у меня кого-то перекупили. У меня и Канди перекупили все-таки. И это долбанный немец. Видимо. Почему, вот почему немцу нужно Канди? Кто-нибудь может объяснить? Ты Амани, теперь кто сажай. Water, water everywhere. О, это я вовремя. Так, и мне дали кровь мученика. Это хорошо, видите? Знаете, такое ощущение, что он перекупил, потому что чувствовал, что у меня миссионер подходит к чуду, чтобы я не получил эту реликвию. Кровь мученика. Так, в Малиналька давайте художественный. О, здесь можно райончик поставить. Вопрос, промышленную зону или Акрополь? А, я бы Акрополь поставил. О, плюс 3 тем более. Так, в столице амфитеатр, потом археологический. Технологии потырить слегка. Не знаю, почему мне пишут нехватка довольства, хотя везде как раз хватает. Нет, тут надо еда, иначе будет отниматься. Кайф. Плюс к вере. Кстати, у меня следующим ходом я уже, во-первых, выхожу в героический век, а во-вторых, у меня начнет не хватать. Начнет не хватать веры на покупку апостолов. Но я их бережно использую, прямо скажем. Так, 9 ходов. Русский там двигает юниты какие-то. Так, вот этого апостола надо сейчас завалить, будет точно. Есть Геликарнас. Гильгамеш одержим чудесами. Пригороды, военные академии дают науку на все улучшения юнитов. Ну вот тут, там у меня было на улучшение юнитов стояло, в общем-то, это можно что-то другое поставить. Так, либерализм, рационализм. Жадные бароны. Олигархическое наследие. Ну, давайте Роксиле опять. А, так они стоит, религиозный юнит Роксиле. Содержание юнитов. Наверное, либерализм надо поставить просто. Так. Религиозная агрессия. А, видите, Вьетнам обратил еще один город другой священной религии. Так. Во-первых, у меня вот есть атакер. И мы убьем этого парня. Это минус 250 к православию и
плюс 250 к нет унынию. Дальше мы должны вроде как убить вот этого миссионера. Но тут не 250. А нет, 250 все равно. Вау. Так, и вот этот с утроенной силой в Петербург отправляется. Чего нету дороги между Новгородом и Петербургом? Типичная Россия, да? Ну, слушайте, уже Россия, по идее, должна... Нет. Ну вот, у меня два основных соперника. Типа, с этой стороны иудаизм Вавилона, с другой стороны ислам. Буддизм чуть послабее будет. Хотя зато там обращены все города японца, да? 27, 37. 13, 21. Блин, тяжеловато будет религии-то побеждать. Вам не кажется? Вот это снижает на треть, это явно надо использовать в каких-то священных местах, там вот в тех городах, которые прям... Вот в таких вот, типа Непура, тут достаточно один раз такое вот сделать. А вот когда втройне убирает, это, конечно... Ну, тут апостолы иудаизма, апостолы православия. Надеюсь, они между собой будут драться. Так, в Спарте археологический я хотел, да? Художественный, да, археологический. Чё, надо ли мне тут пригород? В принципе, жилья дофига. Не, наверное, не надо. Святилище. Присоединилась эта клетка таки. Слава богу. Так, лечимся. Ну, если этот апостол погибает, то появляется реликвия. Пошли вот сюда. И это тоже, да, реликвия? Тут я вижу апостолов просто русских. В принципе, тут не проще погибнуть ради реликвии. Так, вот этого миссионера мы должны тоже убить сейчас. За счет вот этого того, что мы убиваем апостолов и миссионеров, очень много городов обращается. И мы реально быстрее распространяем. То есть это просто очень быстро происходит. То есть это важнее именно драться, чем просто ходить распространять религию. Утроенной силой. Ну, обратите внимание, что у меня на выбор только два. Дело в том, что все прокачки имеют у религиозных юнитов имеют какое-то определенное количество. То есть, когда они заканчиваются, то вы просто не сможете брать прокачки. Чтобы они опять появлялись, надо использовать апостолов, чтобы они исчезали. То есть, либо убивались, либо... Это на всех вообще, на всех апостолов, не только на ваших касается. Ладно, давайте, наверное, лечение возьмем. Пойдем, наверное, вот тут уголь добавим на всякий случай, хотя у меня плюс 18 вход и минус 4 на содержание. На электричество, имею в виду. О, тут опять появились. Ну, мученик возьмем. И проходя мимо чуда.
Давайте мы, наверное, вот эту клетку Теночтитлану передадим. О, у кого-то город по лояльности отвалился. У Шумера в пользу Вавилона, ничего себе. Тырим Тихий, видимо. Надо найти источники. Дальше ищем другие цивилизации, еще не встреченные нами. Так, это Вьетнам снизу. Блин, где они вообще могут быть? Так, не забываем еще апостолов покупать в Спарте. Правда, к сожалению, сейчас мы одного только можем взять. Ереван бы нам очень помог. Мы в Ереване могли бы, ну, выбирать все, что хотим, да, прокачки любые. А так мы рандомно, получается, пока берем. Так, Аскапацалька. Строить нечего. А, пригород тут можно. Вот тут как раз пригород в тему. Тем более вот на этой клетке, которая так себе. Так, ну я думаю, что имеет смысл продолжение. Уже длинная серия получилась, да? Потому что я еще так вот аккуратненько все с этими апостолами действую. Но тут слишком много цивилизаций, слишком много городов. Ух ты, религиозная агрессия против меня. Блин, а это плохо. Он вообще может Новгород вернуть? Я не могу сильно много... То есть я могу только один голос. Давайте посмотрим, если это пройдет. Они получат реликвию. А если не пройдет... Влияние... Блин. Вообще я бы хотел, чтобы они согласились на этот... Блин, ну там 20 ходов будет. Я не знаю, это объявление войны будет или нет. Так, ущерб предотвращен, отлично. И кризис прошел. В нем участвуют Хамурапи и русский. Война не объявляется. Так, но мне надо Новгород удерживать будет 19 ходов. Что такое 11 из 11? Типа, сколько верующих там или что? Ну, я вообще тут не вижу никаких... проблем. Ну, 20 ходов, во-первых, это долго, да? Но то, что усилится влияние моей религии, это будет круто. Но получится у нас это или нет, уже в следующей серии. Спонсоры канала могут ее прямо сейчас поискать во вкладке сообщества. Для всех остальных она выйдет завтра. Спасибо, что смотрите. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!